Питер, ты был для меня словно сын. Мне следовало знать, что ты отвернешься от меня, как и все остальные. Отвернешься? Отвернешься? Я боготворил вас, ваш разум, вашу совесть, то, как вы хотите помочь другим, то, как вы никогда не сдаетесь. Это потому, что у таких людей, как мы, есть долг, ответственность использовать наши таланты, чтобы служить другим. Даже если они этого не ценят, мы должны делать то, что лучше для тех, кто ниже нас. Неважно, понимают они это или нет. Нет, вы не правы. Вы представляете себя все, чем я хотел стать. И вы просто выбросили это. Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я это понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Но я могу все исправить. Мы можем все исправить. Вместе. Если ты поможешь мне, я сделаю, что смогу. Я удостоверюсь, что о вас позаботятся. Нет! Если они запрут меня, они отберут мои руки. Я буду закован в этом бесполезном теле. Прошу, Питер. Это был не я. Ты сказал, что никогда не покинешь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет спокойнее, зная, что я надежно храню твою тайну. Делайте, что считаете лучшим, док. Это все, что может каждый из нас. Питер, даже если от этого адски больно. Питер, куда ты идешь? Питер! Питер! Все еще сгодится. Нам потребуется весь образец, чтобы создать больше доз. Сколько это займет? Несколько часов. Может быть, день. А что если использовать сейчас, чтобы кого-то вылечить? Тогда мы не сможем вылечить остальных. Я дам вам несколько минут. Ты будешь в порядке, старушка. У меня лекарство прямо здесь. Сними свою маску. Я хочу увидеть своего племянника. Ты знала? Уже какое-то время. Я не хотел, чтобы ты беспокоилась. Я беспокоилась. И я так горжусь тобой. И Бен бы тоже гордился. Все эти люди, которых ты спас. Я не знаю, что мне делать. Ты знаешь. Да!
Ха-ха-ха!